Юнус Бекевкуров провел в МАГАСе еженедельное плановое совещание с участием членов правительства республики, руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований. Помимо обсуждения плана работы на предстоящую неделю и исполнения поручений главы региона, на совещании был поднят вопрос готовности к проведению форума «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Также глава поделился впечатлениями после поездки в Архыз и дал поручения по некоммерческим организациям, благотворительным фондам. Юнус Бекевкуров считает, что необходимо создать общую базу данных нуждающихся семей, в которой будет отображен и размер оказываемой им помощи. Также, по мнению руководителя региона, фонды следует укрупнять путем их слияния. Ряд поручений главы касался и работы по восстановлению инфраструктуры после ливневых дождей. Вы, как специалист правительства, личный контроль, составите еще раз списки, еще раз уточните, кто бы там что ни говорил. Всем только по закону, только добейтесь того, чтобы не было взяток и откатов. Искорените это явление. Это одно. Ну и второе, до 30 числа, график ликвидации полностью ликвидационных работ там полностью. Хорошо. И мосты, и дороги, и сверху, как вот это все полностью не доложить, не забывайте это все. Понятно?